Привет! Сегодня мы с нуля напишем дрил-бит Палагина и Моргенштерна. Баланштерна, получается. Трек «Shake» с альбома «Last One». Ставь лайк, если ждал «Last One». Вас, как и меня, 100% зацепил арабский напев, к которому мы перейдем чуть-чуть попозже, а пока пропишем инструментальную часть, чтобы ему было поверх чего петь. Вот этот пэд из Korg M1 — это плагин эмуляция железки. Самый обычный пэд, вот так называется пресет. Вместе с ним будет играть вот такой вот фортепиано «Нуар» из «Контакта». Включаем запись, метроном и ожидание, жмем пробел. Ctrl-Q, Ctrl-L, вот этот аккорд, опустим на октаву ниже, я бы сразу его так сыграл, но MIDI-клавиатура не позволяет. Теперь вот эти нотки мы продублируем на октаву вниз, чтобы побогаче звучало. Первый инструмент готов, чтобы получить второй инструмент, достаточно Ctrl-C, Ctrl-V, опустить это на октаву вниз и просто убрать нижние нотки. За окном квартиры, где я жил раньше, была мечеть, но все равно за последние 2 дня я услышал больше арабского вокала, чем за всю жизнь до этого. Я пытался найти оригинал голосового сэмпла, но в итоге нашел его только внутри этого трека, из которого вырезал его с помощью RX-8. Инфу об этом треке я увидел в комментариях на канале Мастерская Мэшапов, ссылка на его видос в описании. Вот так вот выглядит голосовой сэмпл, он вот довольно большой, нас интересует пока вот этот кусок, так что все остальное отпилим. Еще, чтобы он был в тон к нашей мелодии, надо поднять его на 100 центов, то есть на один полутон. Начнется он где-то вот так вот. Угу. И я хочу его немножечко растянуть. Вот как-то так. Идеально. Второй кусок начнется где-то вот здесь вот. Ну и как обычно, как только этот ролик соберет 3000 лайков, проект этого бита окажется в моем телеграм-канале, который вы можете найти по ссылке в описании. То есть, если ты хочешь максимально скоро самостоятельно поковыряться в этом проекте и посмотреть, что я тут навертел, то обязательно ставь лайк этому видосу, и довольно скоро в телеграм-канале ты этот проект сможешь скачать. И не забудь на этот телеграм-канал подписаться. И как и в любом прикольном бите, вступление от основной части отличается, так что для основной части мы возьмем другой кусок этого голосового сэмпла. И это он. Первый аккорд там не будет, там будет такая типа пауза, тишина, потом бабах и голосовой сэмпл. А перед ним разгон тоже из голосового сэмпла. Вот именно с этого начинается основная часть. Длится этот голосовой сэмпл 2 такта, а перед ним разгон длится 1 такт. Во-первых, включим смув, а во-вторых, нам нужно искусственно создать здесь ритм. И как это сделать? Просто делим его на 4 части, и чисто за счет смуфа у нас получается такой немножко памп. Чтобы это звучало сразу симпатично, мы немножко это обработаем. Сатурном мы немножко его подогрели, убрали самый-самый низ и немножечко лишнего вверх. После этого идет дилей, на котором мы выставим 1/8, включим пинг-понг. Драйвет в районе, давайте пока 20. Вот такие настройки на дилее, сразу после него включается реверб, микс процентов 17 и отпилим низ. Красиво. Ну и просто на сладенькое шиммер, концерт холл и микс в районе процентов, 9. Сейчас я чуть сильнее выкручиваю эффекты, чтобы было поярче, посимпатичнее. В оригинальном треке они чуть-чуть больше прижаты, потому что там есть голос. В самом начале там бабахает что-то похожее на стомп, так что я использовал сочетание вот этих двух. Сначала винтаж верб, также отпилим ему низ, микс как-то много. Потому что этот эффект звучит в самом-самом начале, и даже если у него будет просто гигантский хвост, он ничему не помешает. Главное, чтобы просто он красиво звучал в миксе, то есть сидел прямо на своем месте. После этого шиммер и микс тоже типа в районе 14. А вот здесь вот у нас есть билдапчик, который, по-моему, сделан из ревернутого вот такого вот крэша. Включим стретч, чтобы он был такой же длинный, какой был. Ставим рейндж в районе 30 и задираем прям сильно. И сразу после него идет выстрел вот с этим эффектом. Мы ему, наверное, пич опустим на центов 500. Все эти 3 звука на 1 канал микшера, и на них те же самые Vintage Verb и Shimmer, только относительно стомпов мы Vintage Verb очень сильно убавили, типа 10% микса достаточно. И как обычно, напоминаю, что недавно у меня вышел большой, принципиально новый видеокурс по битмейкингу в FL Studio 20 от А до Я, который идеально подойдет новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей, и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео, так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Набор ударных для дрилбита абсолютно типичный, бас у нас
настраиваем envelope. Звучать он будет примерно вот так вот. Потом C. Потом вот так. Снова B. И здесь вот такое, потом вот такое и вот такое. Единственное, я хочу все-таки сделать к нему слайд-нотки, потому что я люблю слайд-нотки. Вот так вот. А вторую ноту делаем подлиннее, убавляем ее громкость, ставим в конец. И вместе с ней основную ноту опускаем. Гораздо красивее. Добавим кик. И играет довольно обычную партию. Вот так, вот так. Потом добавим звучок вот здесь. И потом здесь тутун, тун. Парт хай-хетов довольно-таки типичный, чуть-чуть им громкость подстроим, и, в общем-то, можно продлить. Буквально парочку ускорений, конечно, будет. И в конце вот так, и вот так. Палагин не был бы палагином, если бы не прилейрил вот этот звук. И как-то вот он так звучит. Еще буквально пару раз за паттерн звучит вот этот звучок, вот так, вот так, вот так. У снеров я пропишу лейер, не знаю, есть ли в оригинале, по-моему, все-таки есть. Вот так вот звучит первая партия. К нему добавляется вот этот снер, который играет просто вот так вот. И к нему добавляется еще один снер, ну, в моем варианте, который играет то же самое. В припевах звучит open head, которому мы подкрутим envelope. Там есть еще перкуссионный звук, я его не нашел, так что решил использовать вот этот. Он будет совпадать у нас с последним open head'ом. В самом начале у нас биток с басом не звучит, и он начинается вот с этого. Пара эффектиков на наши инструменты. Во-первых, A1 стереоконтрол, чтобы сделать сейв бас на пэд. После него RC20. Дадим чуть спейса и срежем чуть-чуть вверх. После этого этот RC20 перенесем на пианино, в котором дадим чуть больше ревера. Вернем вверх. На бас Little Radiator, хит убавим, микс. Вот как-то так. Теперь на пустой канал также, как обычно, реверберация, на которую мы повесим ударные с эндами. Отпиливаем самый-самый низ, и после него можно повесить A1 стереоконтрол, чтобы немножко сделать сейф бас и сделать реверок чуть-чуть шире. И по чуть-чуть, по вкусу, все инструменты туда отправим, я имею в виду все ударные. В первом припеве у нас не будет open head и перка, потом здесь у нас не будет сворда, и вот это тоже отпилим. Куплетная часть начинается без паузы в инструментах, наверное, поставим сюда также drill shot, а вот ударные вот так вот задерживаются. Еще можно сделать make unique для пэда, отпилить у него все низкие звучки и, наверное, сделать вот так вот и пониже, просто чтобы он стал немножко более задним плановым. И еще тут нет кика в начале, и после него какой-то еще один голосовой сэмпл вместе с пэдом. Я не нашел, откуда он, поэтому решил подобрать просто похожий. Вот этот сэмпл. Написано, что он BM, так что нам нужно опустить его на 500 центов, чтобы он стал F-sharp. Они будут идти на тот же канал микшера, что и остальные голосовые сэмплы. И еще надо его очень сильно убавить. Вот это нам уже не нужно. И здесь у нас будет вот этот кусочек. Еще давайте сделаем клон этого снера, потому что там появляется клэп внезапно. Подправил его на тот же канал, что и снер. И просто поставим сюда его партию. Еще в финальном припеве появляется дополнительный какой-то такой восточный струнный звук. Он очень похож на ситар из Nexus, который я прямо сейчас и добавлю. Вот этот звук. И играет на что-то типа... Тан... Да, вот так. Потом просто... Теперь нам нужно все это продублировать и заресэмплить. Ctrl-Alt-C, Enable Insert Effect оставляем. Начиная отсюда, он начнет играть. Перед ним будет снова вот этот выстрел с этой штучкой. И вот эту часть мы просто растягиваем где-то вот так вот. Теперь отдельно то же самое проделаем для дрилшота и сворда. И поставим их вот так в конец. Все готово. Теперь, наверное, давайте озончиком все это шлифанем. На озоне уже традиционный Gentle Weave, Gentle Tape и вот максимайзер. Как-то настроенный. Наверное, чуть-чуть многовато реверберации, я ее приберу сейчас. И чуть-чуть ударные громковато.
Вот такой виток получился. Уже сейчас его можно послушать в моем телеграм-канале. И если это видео понравилось, то обязательно ставь лайк. И уже очень скоро там же в телеграм-канале сможешь скачать вот именно этот проект, как только это видео соберет 3000 лайков. Ну и вновь напоминаю, что у меня недавно вышел большой, принципиально новый видеокурс по битмейкингу в FL Studio, который отлично подойдет новичкам. Узнать о нем подробнее или его заказать можно у меня. Ссылка на меня есть в описании, так что напишите мне прямо сейчас. И обязательно подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Потому что если это видео понравилось, другие и понравится точно. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфшот. Пока. Увидимся в следующем видео.